Greetings, fellas. We have an offer for you. We'd like to make a small deal. We have an interesting proposition. Get the new shiny Dota 2 ticket. Buy the new Starlight ticket. Support us with ticket purchases. And we promise to show you our best. We'll show you excellent and magnificent Dota. We will make sure you see some amazing games. Take the first step into the next season. We are counting on you. Help us make Star Ladder 11 awesome. We will see you again sooner than you think. Thank you for your support. And your contribution will make us a little bit happier. Thank you. Reserve time. Народ, всем еще раз привет. Мы возвращаемся в прямой эфир и продолжаем наблюдать за 9-м игровым днем СИЭ, дивизион 11-го сезона Star Ladder. У нас 5-й матч, крайний на сегодня. Пара команд, Канцы и Випс против Insidious Idol будут у нас играть. Система проведения Best of One. Команды сегодня еще не играли у нас ни разу в сегодняшнем, скажем так, противостоянии СИЭ команд. Посмотрим, насколько они готовы продемонстрировать весь свой скилл и опыт. Итак, показываю вам обновленную сетку, актуальную на данный момент. Давайте сравним эти две команды, что они там у нас получили в первых игровых днях. Идол, топ-5 пока идут, 2 победы, 4 поражения, 6 матчей, да. Более-менее, скажем, у некоторых команд и похуже были старты, но пока еще, опять же, надежда на плей-офф есть. При 4 проигранных матчах еще шансы сохраняются. КСВ 1-4, у них ситуация похуже, они сыграли на один матч меньше, естественно, одну победу у них тоже меньше, вот так вот, но поражений столько же 4. Такое себе, надо, конечно же, обеим командам только победы, но вот в результате сегодняшнего матча одна из команд все-таки получит свое 5-е поражение, что будет их лишать, скажем так, возможности на выход в плей-офф. Давайте поглядим на статистику, я думаю, да? На статистика за этот сезон. Винрейт, как мы понимаем, такие себе. В среднем Insidious Idol делают все-таки больше фрагов. Умирают тоже чаще. Ассистов больше и ласт-хитов больше. Всего у них, короче, больше. Команда поактивнее, нежели ребята из КСВ. Сегодня, кстати, КСВ у нас играют со стендинами, причем в достаточно большом количестве. Не КСВ, а Insidious Idol, извините. Вот у них есть основа состава Вайсаира, есть Шагасаурус, есть Insidious Си. И вот два стендина Джию и Рейв Плаг. Не знаю, как у них читается никнейм. Вот такие вот у них ребятки сегодня катают. КСВ. Сегодня только один стендин у них катает. В основном составе GoDot, Мьюзика, Риск и Тади. Сегодня вместо кого там? Вместо кофейнов, да, Кефёни играет у нас товарищ Чейнс. Вот такой вот у них состав. Давайте переходить потихонечку к пикам. Что мы здесь видим? КСВ берут себе Эмбер Спирит, Тайдхантер и Мирану. Insidious Idol ответили пиком с ковров Мага, Кентавра и Элдар Титана. В банах Нака, Батрайдер, Разор, Джакиро. В свою очередь КСВ забанили Death Prophet, Void, Brewmaster и Медуза. ЕС сразу же от Insidious Idol. Второй суппорт. Этим пиком ЕСа товарищ Джиуи, кстати, в качестве капитана, который сегодня стендин. Он всем нам показывает, что Элдар Титан будет в качестве оффлейнера. Скорее всего, да. Какие еще варианты? Кентавр будет в качестве мейн керри. Из ковров Мака и ЕС 2 суппорт. Казалось бы, не хватает только мидера. КСВ же. Есть Эмбер Спирит, который сегодня уже достаточно часто появлялся у нас в пиках все команд. Тайдхантер, который тоже из пиков, в принципе-то, и не уходил. Мирана. Мирану сегодня ни разу еще не видели. Под Мирану бы какую-то связочку сейчас взять. Какого-нибудь Шаду Демона, например. И можно будет побегать, поубивать. Поисполнять эту самую комбинацию, излюбленную для многих команд. Годот на капитанском слоте как раз-таки последний пик в этой стадии будет обдумывать.
Ну, вот кого додумать, кстати, доп-тайм у него же подходит к концу. Так, ну, Тайдхантер сложный, Эмбер Спирит мид. Ну, вот под Мирану Огрмага решили взять. Такая связочка суппорта будет. Хотя, возможно, Миран у нас и не в качестве суппорта, а в качестве будет мейн керри. Такой вариант исключать тоже не стоит. Ага, по одному бану осталось сделать. Как раз таки сейчас должны определиться ребята из Исидиш и Сидал. Кого не хватает противнику, решили, что все-таки два суппорта Мирана и Громака, не хватает им Вайпера, Вайпера забанили. Ну и Вайпер был бы хорош от КСВ, хотя бы только потому, что есть Элдер Титан, Ески, Дабр, то есть три милишника, и Вайпер против таких ребят смотрится более чем круто. Ну и в свою очередь КСВ должны тоже кого-то убрать. Я так подозреваю, что неприятного мидера, да, вот такого, например, Шторм Спирита, Инициатора, который бы доставал Эмбера в мидлейне, да и вообще доставал бы по ходу всей игры. Какая альтернатива есть вместо Шторм Спирита? Например, Фартом Ассасин, решили NCDish и Сидал. Да, вы знаете, пик очень интересный получается этой команды. Кор-герой, 4 вообще милишника в команде. Кор-герой тоже керри, самый главный их милишник. И как это все дело будет работать, не совсем понятно. Потому что есть уже Тайдхантер, есть Эмбер Спирит. Они, как минимум, против этих ребят неплохо смотрятся. Плюс ко всему, еще у Готу остался последний пик. И с этим последним пиком можно придумать себе какого-то, например, керри. Вообще можно Эмбер Спирит на легкую поставить. Два суппорта Мирана и Гармака. Отмит кого-нибудь повеселее против Фантомки. Или уж я не знаю, кто там будет стоять. Фантомка, не Фантомка. Китавр, может быть, какой-нибудь. Ну, сейчас посмотрим. Ласт пик от КСВ. Лайкан. И это Лайкан. Вот такого героя решили себе напоследок забрать КСВ. Интересно, очень даже интересно. Давайте, ребят, переходить, а сразу будем к пикам. Нестандартный набор героев и той, и другой команды. Хотя нет, тут КСВ, что тут греха таить, более чем стандартный набор персонажей. Ликантропы, Тайдхантеры, Эмбер Спирит, это все мы уже привыкли видеть. Мы не привыкли, возможно, видеть в сочетании, например, Кентавр, Элдер Титан и ЕС вместе, да. Стан, это, конечно, здорово. Но какая-то дикая связка милишников такая получается. Вот мне почему-то все приелось. Милишники. Я просто вижу, что этим ребятам очень тяжело будет. То есть, как-то вот, я не знаю, они будут летать замес, они будут получать ревейдж. Тайдхантер даст один НК смеш по всем, и все. Пацаны будут стоять, и дэмэджа у них вообще не будет. Ну, это так вот, такие утопические немножко взгляды на Тайдхантера. Но, по факту, так и может произойти на самом деле. Ну что, ребята, разбирают себе героев, давайте знакомиться, кто на ком будет катать. Итак, товарищ Коудот на Миранке, Чейнс на Ликантропе, Тадис играет на Тайдхантере, Риск взял себе Гармага, ну и Мьюзик сыграет на Эмберспирите все-таки в мир. Ну и Инсидишес Идол, Шагасаурус, Элдер Титан, Инсидишес Си сыграет на Иесе, Джиуи сыграет на Фантом Ассасинке, Вайсаира на Кентавре, ну и Рейв Блуб будет играть на Скаврафмахе. Ну что ж, быстренькая пауза, быстренькое поджатие паузы. Это стандартная процедура, скажем так, перед стартом каждой игры. Капитаны просто дают какие-то последние руководства, последние вводные для своей команды, последние направления. Еще один фантомка не успела эти направления получить или дать. Фантомка у нас капитан команды, поэтому не успела как раз-таки раздать последние поручения. И просит еще одну минутку. Окей. Ну, ребят, сегодня, как я уже говорил, это заключительный матч на сегодня в рамках, опять же, C-дивизиона, но вы знаете, что у нас параллельно идет еще Dream League, на канале Dream League Filat, там тоже можете смотреть какие-то интересные каточки. Сегодня ночью, кстати, будет еще и американский дивизион Star Ladder, так что ближе там к 12 часам, к часу ночи подтягивайтесь на канал Star Ladder 1, матчи там будут, интересные матчи, так что смотрите. Вот. Ну и завтра Star Ladder продолжает свои трансляции, тоже и CA дивизион будет, и все остальное. В общем, чекайте сайт live.starladder.tv, и там есть все расписание, обновленные трансляции, обновленный график трансляции, конечно же, все вводы на YouTube-канале /dota.sltv, ну и наши соцсети тоже чекайте, в них есть все анонсы, вся информация. Ну что ж, успел быстренько себе Шагасаурус поставить вардец. Вот сюда вот он тыкнул. Видит теперь перемещение суппортов противника. Да, все-таки действительно оффлейнер Элдер Титан. Это действительно мид Фантом Ассасинка. Но это трипла с фармящим Кентавром. Да, ну Кентавром, конечно же. Скай, я, скорее всего, буду на суппорта. Вард поставил здесь. И оффлейнер Тайдхантер. Кстати, не поставил вард куда-то в чужие леса. Поставил скорее на свой хайграунд, чтобы чекать руны.
такой вот фордец от Рейвплу. Ну, затем вот мы видели, да, предыдущий матч, First Departure как раз таки играли. Так вот, они тоже брали Тайдхантера, и они в свою очередь, им точнее, в свою очередь, противник не заблочил спауны на энджентах, и в итоге за это достаточно сильно поплатился, да. Потому что Тайдхантер выформил себе очень быстро арканбуцы и очень быстрый дагер. И все благодаря тому, что смог сделать здесь стаки. Ну вот за счет того, что Скай здесь вард поставил, стаки сделать не получится. Что очень грамотный вардец со стороны Рейвпла. Рейвплу. И заходит сразу же в мид, пытается немножко погонять Эмберспирит. Ну, кстати, вы знаете, очень правильный маневр. Фантомки все-таки поначалу, да не то, что поначалу, на протяжении всего, всей стадии лейнинга, да, стадии начального крипстата, нужна помощь, потому что Эмберспирит как ни крути, но посильнее фантомки выглядит. Ой, смотрите, Скай начинает пробивать, ой-ой-ой, пошли чайны. Бьют дальше. А если какой-нибудь шальная стрела залетит? Шальная стрела пока не залетает. Залетает товарищ Джуи на ПА. Немножко продамажил Эмберспирит, ну и все разбежались, кто куда, в разные стороны. Ну, Гудот, судя по всему, давал стрелу, но какую-то не особо удачную, и в итоге ничего не получилось сделать. А если бы он стрелу давал, вот когда на Скай уходил, то в узком проходе можно было как раз-таки подловить. Ну ладно, это все мелочи. Так, у нас Элдерсан пошел, мешает Огармагу, будем делать отходы. Поставлен центришник, есть обсервер. Ну и снова ставится пауза. Команда сидишь с идол. Лаги у Кентаура. Беда. Тут и Эмбер Спирит на всякий случай решил отойти. Ну, без этого никак. Мы как раз таки из расписания выбились из-за того, что у нас эти вот паузы, какие-то проблемы были с интернетом, с чем-то еще. DOS, не DOS, черт их разберешь. Но в итоге нам приходится ждать. Так, продолжается, все уже у нас вернулись в игру, залетает от риска. Firebласт, это пока нет игнайта, да был бы игнайт, если не мешал ему Лодоритстан делать отводы, конечно, не мешает. Так, Скай по миду побегал, решил вернуться на топ-линию, гонять Тайдхантер. Тайдхантер пока левел первый, так неплохо гоняется одним только ЕСом и Кентавром. Ну, сейчас стадию так вот с руки забирает. Ну, Скай гонять проще все-таки с рейнджевой атаки, вот так вот. Пробивает Тайдхантера, хоть и дэмэджа с руки ведь не особо много у Ская, но неприятно, когда тебя там залетает не одна, а там 4 или 5 тыченцев подряд. Плюс ко всему еще и аркан болты. А контроль руны, кто первый бьет на эту руну? Это Хейст, забирает должна... Ага, потом Ассасинка забирает. Кстати, у Мюзика могут быть проблемы. Ская перед этим пытается забрать, Ская забирают. Ферзблат в итоге делает товарищ Эмбер Спирит, но погибает сразу же после... А, от Ская, кстати, Киев умирает. Джи дерется против Тадди. Тадди дает НК смеш, бесполезно здесь драться, когда у тебя минус 24 атаки. Ну и все опять же возвращаются на свои линии. В итоге кто в плюсе, да непонятно. Эмберспирит был бы в плюсе, если бы живых остался. Так вроде ферстблад сделал, тут же погиб. Непонятно. Экспириенс получил. Ну фантомка точно в плюсе, ибо она получила ассист, она получила экспу, не погибала. Это самое важное. Так, там пытается Рин Тадди добрать. Тадди. Бежать, Тадди. И дабл Эшни залетает от Вайсаира. У Вайсаира 30 хп всего лишь осталось, но добить некому. И в итоге 2-1 в пользу Инстиши Сидол. Мюзика Ботл. Левел 3. Чейны 2 уровня. Кстати, очень интересно раскачивается мюзика. Обычно все-таки упор делается на флемгард. А тут вот видим чейны. Прокачиваются и максится. Ну что, какие-то шальные стрелы увидим от тебя, товарищ Гоутот. Пора уже попадать. Ну, не получается, видимо. Хоть и вижена у Джиуи нету, но попасть в Мартретку почему-то нереально для Миранды. Пока. Неосуществимо. Куча сентришников поставили ребята из КСВ. Пытались вот найти вот этот вот вардец со стороны товарища
Элдор Титана, но не нашли его этим, да, этот вот вард стоит безнаказанно, блочит всевозможные спауны и мешает Огромагу все-таки зарабатывать лишние деньги. В итоге он вынужден воровать экспириенс у Ликантропа. Какой-то Астрал, видит Эсмирану. Элдор Титан держится под контролем. Так, мюзикл в меде. Против ПА, ПА периодически пытается пробить. Огромаг тем временем все-таки сделал фраг на Элдора Титана. Все-таки думал, что у Элдора Титана все под контролем. Оказалось, что нет. Залетал Игнайт, так у меня Фаербласт, через стрелу, через лип разобрали Элдора Титана. Ну и сравнивать счет у нас, ребята, из КСВ. Так вот, внезапно. Так, мюзика Смита. 19-1 крипстат, у Фантомки 16-1, да, ну, то есть более-менее ровно у них КС. Эмбер вот, наконец-таки, сделал упорный Афлейм Гуард, строчку его прикачал. По идее, Фантомка гонять должен. Так, у Фантомки сейчас появляется левел 6, Кап де Грейс, криты, и вот так вот. А, мы видели, да, что Фантомка немножко пыталась пробивать Эмбер Спирит, и сейчас это будет делать немножко поприятнее. Стрела залетает, и пытались под чейны эту стрелу загнать. Но чейны долго не действовали, и стрела слишком медленно летела. В любом случае, Фантомка успел увернуться, и фраг не был осуществлен. Не был убит. Ну что ж, голдот. Очередная пытка, возможно, получится. Мьюзика. Готовы чейны. Так, там кентавр тем временем на топ-лейне разбирают Тайдхантера вместе с своими братьями-суппортами. Ну, как это произошло? Это была хорошая фиссура, судя по всему, от товарища CD6. Отрезал дорогу Тайдхантеру и отойти тот не смог. Возвращается опять же на сложную, левел 3. Хотя бы экспириенс будет получать. С этого бока пытается Голдот сейчас дать стрелу, но Джио перебегает, видимо. Левее от крипочков и подставляться не будет. Ну еще опять же этот вот вард, который вроде как должен давать информацию. Свой обсервер натыкнул Голдот. Кстати, не совсем понятный обсервер. То есть, да, зачем он туда поставил? Что он не хотел просмотреть. Если бы сентришник сюда поставил, другое дело. Сентри, может быть, достал до этого обсервера, можно было раздеварить. Ну, обсервер, больно, можно сказать, в одной точке, который видит только одну руну. Два обсервера для одной руны. Слишком много. Так, риск. Мимо Шагасауруса пробежал. Нормально так разминулись они. Ну, испугался, что потом к нему как раз-таки будет спину заходить. Поэтому не стал раскастовываться. Так, ну что ж, Годот опять с этой стороны, Фантомка возвращается на линию. 800 здоровья, ну вы знаете, если стрела как-то четко залетит, опять же, не четкая стрела, слишком рано запускает ее Годот. Это если слезет хороший, там, не знаю, 4 секунды хотя бы стрела залетает, то попробовать забрать фраг можно. Фантомка уже выдает Тифлинг Даггер, который выдает периодически криты. Ну сейчас Мьюзика на себе как раз-таки эти криты опробовал. Больно, больно. Вроде ты Эмбер, вроде у тебя сапог Bottle Magic Mod, но больно. Если криточки в тебя вылетают. Ну что, может быть, попытаются подловить все-таки Шагасаурус. Должен подстанивать Огрмаг под стрелу, но... далековато стоит Огр. Риск сапог. Ликантроп фармил себе уже на Владимир, есть сапог. Ну что ж, 3-2, пока 8-я минута встречи пошла. По фарму видим, да, что очень серьезно происходит три вот этих вот товарища. Огрмаг, все-таки удалось забрать Шагасауруса. Но опять же, через стрелу, через стан. Еще и Чейнс, я так понимаю, с помощью шейпшифта подсобил. Ну, тоже неплохо. Так вот, по крипстату, скажем, просаживают суппорты, вообще не фармят. А вот этот вот вард, который здесь стоял и блочил спаун, очень сильно зарешал в начальном этапе. И, видимо, суппорт у нас практически без денег. Не знаю, ну, за что они деньги получают за фраги. На Элдор Титана. Это тоже неплохо. Вот залетает у нас очередной Фаербласт сразу же приходит, пришедшему сюда Элдор Титана. Боже мой, под окнами что-то стреляет там. Кошмар. У кого сегодня праздник? Суббота. Почему бы и нет? Ну, еще 3-3. Ну и Тайдхантер тоже не фармит, да, у него всего лишь 7 крипов убитых, не может он
подойти близко к кентавру или под ковров мага. У тех уже есть стампит, есть, конечно же, Ancient Seal еще второго уровня. То есть очень большой такой дэмэдж можно себя впитать. И можно его просто-напросто не пережить. Поэтому Хантер старается играть аккуратно. Но при этом два раза, видимо, уже успел погибнуть. Поэтому аккуратность явно не синоним и не характеристика к Тайдхантеру. Но его тоже перемещается. Как раз таки кентавр Месьеса на нижнюю линию под смоками. Пытается напасть на кого-то. Шокосаурус может синициировать с помощью астрала, дать какой-то стан далекий. Ага, забегает здесь Чейнс. Так. Вайсаира. Вот, видите ли, контроль по стампи. Сразу же дагер. Прокаст. Фиссура пошла только в одного Чейнса. Ну нет, дэмэдж какой-то такой посредственность там получился. Мюзика пошел в загоночку. Так, а что же насчет фистов и сирингчейнс? Эроу залетает, агераут сразу же вайс аиры, прямо из-под эроу вылетает. И в итоге не получилось. Ни первым сенсировать, ни вторым нормально ответить. Все разбежались. Потратили стампит, потратили парочку докеров. Станчик. На этом все. Так, в миде Мортред у нас имеет сапог ботл. Есть маджипон 1500 денег. Мюзика возвращает на эту линию фейзами. Пытается Джиу подамажит мюзик с помощью стерфендаггера. Ох ты, критом ему дал. Кентавр теренем делает фраг снизу. Все-таки вошли в Мирану. Еще даггера растерзали. А Эмбер теренем в миде убивает фантомку. Вот так вот. Разменивались по хп. В итоге оказалось, что Эмбер Спирит все-таки с четвертым флеймгвардом. Как ни крути, но получше смотрится фантомки, которая надеялась, скажем так, на свои криты. Ну и они, видим, самый нужный момент, как это обычно бывает, не срабатывают. Сразу же мюзик контролит руну. Это дабл дэмэдж, с этой руны можно позволить себе какой-нибудь ганг, например. Скайраф магу крылья подправить. Кстати, он не видел то перемещение, судя по всему. Не контролил, получает гаш, мюзика здесь. Чейны, сбили ТП, удар с руки, Эмбер делает очередной. Ну так неплохо, с миди фантомку забрал, взял руну полезную, на топ-лейн пошел, Ская тоже убил. Сразу уже очень много денег, себя апнул, конечно же, Эмбер Спирит. Ну и можно уже подумать о каких-то быстрых драмах энчанс. Так, влетает фантомка. Пытался на Мирану синициировать, Мирана просто отлетела липом. Так, 11 минут неполных у нас в игре позади. Я предлагаю вам посмотреть графики. Ну, великое это время сидишь с идол, 2000. Сейчас деньги пошли в плюс к КСВ. И по экспириенсу, в принципе, то же самое. Ну, пока в плюсе там 500 монет, 500 экспириенса, это не особо много. Да, этот вот фарт по-прежнему здесь стоит. Еще стоять будет целых 3 минутки. И очень много этот вард делает. Тут очень много. Я не знаю, мюзик должен был вместе со своими ребятами давно спали, что вард стоит, нужно его раздевардить, да? Потому что блочится спаун, и возможность от Хантера делать себе отводы на эншентах. У вас вижен на вас есть хороший. То есть такие вот от Мираны заходы на свой хаграунд, что дать уже не выходит. Это по коне там за Шагасаурус его забирают. Большой вопрос, почему Элдер Цантр слишком далеко выходит, уже третий раз подряд видит. Не самые правильные, скажем так, не самые мудрые мувы от оффлейнеров, но Элдер Титан пока решает, что нужно играть агрессивно. В итоге его за это наказывают, 3 ассиста он дарит Ликантропу. Ликантроп, помимо топового крипстата на карте, еще имеет 3 как раз таки этих самых ассиста. Левел 8 и будет подпушивать немножечко тавр. С Владимиром это делается весьма просто. Вынужденный Глиф Фортификейшн уже юзать Инсидишес Идол, подтягивается Инсидишес Си. Так, сюда. ТП-шка от Элдера Титана, ну и вроде как отбились. Вот фантомка, покупает себе ПТ, есть Брейсер, Ботл, тоже будет делать драмы Фэнджанс, эти самые драмы. Эмбер Спирит не хочет фармить, я так понимаю, что он сразу пойдет в Персверенс, и в быстрый БФ постарается выйти. Так что ли? А нет, драмы есть, все окей. Драма Фэнджанс купил себе, вот как раз таки деньги с него за это забрали. Ну и вот по фарму, если посмотрим, по нетворсу, фантомку нам входит 1100. Перетягивает, кстати, на ТП на топ-линию. Здесь вард есть, вот на этом варде могут спалиться. Ембер уже спалился. Кликают сюда. И сразу же, видимо, Скай уходит, и кентавр подальше прячется. От мюзики ганг не прошел. Вижен, конечно, начальная стадия решает абсолютно все. Ну и ставится пауза от Мираны.
контракт выполнил. Ну, кстати, подождите. Ну, есть, конечно же, Аркана. Контракт выполнил 3 штуки, у нас уже успел. А Джиу, товарищ, за начало этой акции, скажем так, да? Вот ему мешают, заставляют играть его в профессиональных дотоматчах. Вот, если бы он в папочке катал, он бы сейчас выполнил какой-то контракт. Ну, кстати, тут вроде есть герои, на которых этот контракт можно выполнять. Мирано, Гармак, Тайдхантер, я сейчас не вспомню кто, но, по-моему, Гармак или Эмбер Спирит, что ли, были. Сейчас даже могу показать. Так, вот у меня тут вкладка открыта. Ну вот, Эмбер Спирит есть. Вот на Эмбер Спирит уже точно можно было контракт выполнить. Ликантропа здесь в списках нет. А, Мирана есть. Мирана и Эмбер Спирит. На кого-то из них. Но в CM-моде это не считается, мы видим, контракт нельзя выполнять, плюс ко всему нельзя и в рейтинговых играх тоже контракт выполнять, только в простых матчмейкингах. Вот, поэтому пока просто фантомка у нас практикуется. Пишут, что у Мирана какие-то проблемы. Какие проблемы у Гудота? Ну, у Гудота одна проблема, он стрелами не попадает, в основном у него проблем вроде как не было. А еще он дивардить не хочет, вот так вот. Жадный суппорт, не покупает центришники. Хотя денег имеется, у него 685 монет. Потом поставил бы сентри, уже расплачил спаун. Если бы у нас сделали стаки какие-нибудь. Пришел бы Тайдхантер, выформил, уже был бы даггер. Все было бы круто. Но нет. Интересно, смотрю, ребят, ну, вводы 4 матчей прошедших уже, в принципе, есть на ютубе. Да, уже даже и в HD качестве, так что смотрите, заходите. Кто пропустил сегодняшние трансляции. Все там. Так, ну тут еще и отключился GoDot. Ага, теперь ему нужно роутер перезапустить. Какие-то проблемные какие-то у нас ребятки из всей дивизиона. Все время какие-то траблы, досит что-то их там, лагает постоянно. Не могут они один раз конкретно сесть и игру сыграть. Меня почему-то дотки не показывает, что он отключился. В чате написала, главное, в иконках нет. Так, ну что там, не вернулся еще Мирана? 2 минуты просто. А, ну вот он отключился, я вижу иконку, что она пропала. Кстати, на направлении трансляции там на канале Dream League Vilat идет матч DreamHack'а, Dream League. Групповая стадия продолжается, каждый вечер он тоже идет. Так что периодически можете сюда заглядывать, юзайте мульти-твич. Там, по-моему, GodHand комментирует, если я не ошибаюсь.
Так, ну что там по игре-то получается, кстати? Ember Spirit или Контроп? Пока топовые по Нетфорсу идут, с небольшим отставанием идет Кентавр. Ну, мы помним, что Кентавр у нас в качестве Main Carrible. А у него тут Даггерочек уже имеется. 3-0-0, кстати, у Вайсайер это очень даже неплох. Даггера свои реализовывает, прыгивает как надо. Ну, правда, сейчас на него пойдет вылазка. Ember Spirit здесь. Тади тоже здесь. Ravage есть. Бьюзика может зайти с неплохим прокастом. 1000 монет Фантом Ассасинг. Шокосаурус. Ловит стан. Фаербласт есть. Пошел у нас Чейнс. Грызть, грызть, надо грызть. Какие куски он два отвалит. Криты срабатывают. Тут 33 хп остается. Игнайт уже кончился. Тут у нас CD6, да, Леха Слэм не добил. Аскавров Мак у нас где-то делает фраг на полтоте. Это в миде они Мирану приговаривают вместе с Фантомкой. Но в итоге ожидали мы, скажем так, килл в другом месте, а произошел он на мидлейне. Ну, бывает такое, ну и 6-5 на этот счет. Вплотную по фрагам, как раз таки Сиш Сидл подбирает сейчас к своему оппоненту. Так, Кентавр на сейве своего один Тавара. Тади не чувствует, продолжает его просто-напросто бить. Спуливает на себя пачку крипов. Ember Spirit по-прежнему здесь. Очень много времени теряет, кстати, Мьюзика. Вот он не фармит, он не делает фраги, он просто стоит и смотрит, как фармит Тайдхантер. Так что ТП. Врывает Кентавр, Мистик Флэр. Ох ты, в секунду разобрали Тайдхантер. Он даже не успел дать ревидж, в итоге подстан еще подставляется Мьюзика. Да, и понимает, что тут как-то ситуацию не спасти. В итоге 6-6 и Тавр тонает, ребята, инстидишь сидел. Вот так вот КСВ проходит отвратительный промежуток времени. Еще и на риска пошла нападение от Дживы. Ловит он мультикаст, но не страшно. Энчитоте пошел. Сифлинг Даггер прыгивает дальше Дживы, делает фраг, здесь Мьюзика. Сиринг Чейнс бьют Волчата. Очень больно Фантом, Фантом пытается уйти. На ремнатах дальше идет Мьюзика, хорошо забирают они портретку. Си, Фиссура, Мьюзика. Маны, кстати, осталось, но есть тики, поэтому можно идти дальше, можно пытаться подвязать как-то вот фистами, например. Так, подвязывает, Волчат начинает грызть. Энчит тотем, и это фраг. Фраг для Ликантроп на этот раз. Ну, вот ответили. Хотя бы одним фрагом, ребята, из КСВ, а то последний минуту-две точно их раскладывали, они сами взамен ничего не делали. КСВ пока выигрывает, видим, 1000 с небольшим по деньгам, по... По экспириенсу, видим, 500 плюс осталось у КСВ. Ну, преимущества как такового нет. Ликантроп снизу забирает тавр. Есть оверклап, кстати, 1300 монет. Такой у нас боевой Ликантроп будет через БКБшечку. Будет помогать своей команде за месяц. Но это не тот Ликантроп, который собирает себе некрономикон и сплитпушит. Ну, вы знаете, чтобы здесь под... ну, вообще, сплитпушить... слишком много нюансов, слишком много отрицательных моментов, да? Слишком много контроля, скажем так, он сидит с идом. То есть на Ликантропе здесь есть три стана, грубо говоря. Причем некоторые такие вау-е, которые неплохо будут сметать все эти вот сумоны от Ликантропа. Поэтому все-таки БКБ, наверное, хорошее решение. Мьюзика бит курьера. Стал его бить. Так, подловили все-таки у нас Ликантропа, его приговорили. Успел шип-шифт провязать, там так это не спасает его от станов. И от станов будет спасать БКБшка, который он... возможно, скоро себе соберет. Ну, Тадик, пошел. Light Shadow, Ember Spirit здесь поднимается на хайграунд, находит они Ская, стампит, пошел Ancient Seal, Тепат пытается сделать, Ember, подвязочек сработал через фисты, это минус. Лучше под стампитом Скай просто убегал, но однако он, с другой стороны, знать не мог, что Ember Spirit где-то рядышком, и поэтому решил в наглую так на ТП уйти. Доказали. На развороте Кентавр сейчас будет рваться гол тот, куда вообще стоит, ничего не делает. Дает лип вовремя. Очень, кстати, гаш. Сиринг Чейнс, вот он Ревидж. Ревидж по троим. Вайсаира уже погибает. Нет, еще не погибает. Смотрите, Фиссура. Вайсаира пытается уйти. Тычку ловит. Даггер ему сбивает. Энка с Мэшем приговаривает. Ну и сбили ему, видим, доминейтинг. Остальные, правда, не поставились. Фантомка раскидывается с Тифлинг Даггерами. Есть Драма Фэнджерс. 1000 монет. Ничего нового пока сиди приобретает. Ну, была у нас сегодня Фантомка, мы помним, да, которая тоже играла очень активно, соло мид позиции, и пыталась там делать фраги, у нее даже это получалось, купила себе БФ, купила себе БКБшечку, что-то еще, но в результате ее убил Ликантроп, который стоял на легкой линии, а точнее Антимаг, да, Антимаг ее убил, который стоял на легкой линии, даже не ее убил, а ее базу убил позади нее. Сплитпушил и все остальное. Здесь есть Ликантроп вместо Антимага, но Ликантроп у нас не будет сплитпушить. Ну, вообще, у Фантомки, которая играет очень агрессивно, есть ну, плюсы и минусы, как мы понимаем, да?
плюсы то, что она на ранней стадии помогает своей команде, и команда как бы полноценно дерется пятером. Минус то, что если вот вдруг драки начинают не получаться, она не делает фраги, она умирает, она теряет фарме очень серьезно, и шмотки, скажем так, не дособирает, в отличие от того героя, который фармит и бьет крипов, не участвует в замес. Или участвует, но мало. Пока эту мартретку невозможно отнести, скажем, к первой или ко второй группе, потому что она вроде бы играет очень активно и умирает вроде бы тоже, да, ну и фармит, тоже неплохо, вот ты на флорус на карте. Посмотрим, что будет собирать, товарищ. Джиуи. Или как правильно? Ну правильно, наверное, Джиуи читается. Ну, отставание, видимо, минимальное от Эмбер Спирит, от Ликантроп, поэтому... Поэтому, как раз-таки, фантомки все окей. Ну, а вот Керри Кентавр уже начинает подводить. Став себе купил после Даггера, причем... Мы помним, когда он купил себе Даггер, да, то есть очень-очень давно. И после этого только став у него появляется, то есть в артефактах он не растет. Пошел Moonlight Shadow. Рэвиджа нет, залетает стрела мимо. Тати зашел на Шагасаурус, ловит Фиссуру. Эмбер тоже здесь. Ремнанты подвязочка, по двоим неплохо. Шагасаурус пытается уйти сразу на депауте. Чем тотем пошел, стрела. Ох, такой хорошкастный хаслэм. Сразу же Мистик Флэр, там залетает Вайсаира. Разобрали двоих очень быстро. Отлично, и Синиши Сидлы среагировали, никого не потеряли. Пытается подловить еще риска. Врезается ее потом Ассасинка, ловит станчик. И... До конца, до конца. Удары с руки. Да, это минус. Минус 3 уже. Ну и все, вот так вот 3 в 0 драка. Ну, просто отлично раскастовался ЕС, конечно же. Его эхо слэм был просто на уровне, на пятерочку. А, даже и Кентавр вошел, и Мистик Флэр. И суммарно, конечно, ребята, топовый дэмэдж внесли. Ну вот он, батл рекап. Мы видим 3500 опыта они заработали. В денежном... денежной разнице 3500 тоже у них получилось. Ну и идол так неплохо себе экономику подправили. При всем при этом еще Элдертан пытается тавр спасти. Бьет отчаянно, бьет тычку надо дать. Ай-яй-яй, дать Хантер сданайл. Сейчас еще и Шагасауруса будут убивать. Тут пытается отстаниваться. Расплиттер. Все это в никуда, в блоко. И Шагасаурус мало того, что тавр не забрал, так еще и умер. Будучи Элдертаном, который с Мидасом. Что ж, вот графики, да, Инстидиш Сил действительно с того замеса сделали камбэк, вернули графики в ноль по дигамме и по экспириенсу, но вот сейчас то, что умирает Алтрахтан, КСВ немножечко наберут. Так, подвязали, фантомка, фантомка пошла, очень больно фантомке, получает фиссуру, ремнант остается здесь, неужели никто не догонит? Нет, не догоняют, а Гармак тем временем разорвал скауров мага. Это как? Это где-то, видимо, фаербласты залетели какие-то под мультикастом. Бывает такое тоже. Так, ну что, Тадди готов. Есть ревич второго уровня. Пушится Мидтавр. Фиссура пошла. Вайсаира зашел. БКБ четко, очень сразу же с ревича прыгивает Тадди. Конечно, слишком много чести на Кентавра, но это Керри Кентавр. БКБ, ревич потратили. Главное, что забрали. Ну и упал последний Т1 Тавр у противника. Линейку Т1 Тавров запушили у нас КСВ суммарно. А сами потеряли только 2 Т1 Тавра. То есть у них вот один на топе, один тавр еще стоит. А покупайте персверенс в виде мьюзика, 1100 монет у него есть. Собственно, прилично еще фармим тему до БФа. А супер таймингового батлфьюри у него не будет. Будет простой, не супер тайминговый. Sky Arcan Bots Level 8, если 6C, у нас арканы 1150 монет. Ну вот, не особо много умирает у нас суппорт, да, за 22 минуты суппорт ЕС умер только единожды. Это очень хороший показатель для суппорта. Например, Sky умер 4 раза. И поэтому ЕС при таком же контроле, в принципе, пытается, думаю, выформить себе какой-нибудь дагер. Так, риск, получил прокаст. Ну, как ни крути, это Гармак. Не самый, скажем, легко пробиваемый суппорт, поэтому... Пережил он этот рассказ, ту связочку. Фиссура плюс Мистик Флэр. Так, Шагасаурус здесь тоже фармит. Бегали у нас волчата, давали вижен. На топе мьюзика. Ой, хорошо, как все сделал. Как все хорошо сделал на Сэбер Спирит фисты. И на свой же ремнант просто отошел. Не подставился, в итоге приобрел еще одну частичку от своего Battlefury будущего. Это Broadsword. И осталось только на Клеймона фармить. Ну, 400 монет у него есть, осталось 1000. 1000, вот еще и полезную очень руну для этого он ворует. Руна богатства, деньги дадут. БФ. 23 минута.
покупает себе фантомка. Покупает ее не по частям, покупает ее сразу цельным артефактом, дабы противник не увидел этого. Ну и вот сейчас, возможно, будет какая-то такая интересная драка в исполнении идол, в которой фантомка будет залетать с БФ. Ну, сила критов выросла, конечно, в разы. Уже под 800 криты выдает у нас фантомка. Теперь это все еще и в сплэше. А Эмбер тем временем, видим, Ская приговаривает. Ну что, пытается ли напасть на ликантропа? Кентавр вошел. Стан, дабл эдж, чейнс. Умирает. Да, дэмэдж хватилось, на 2 ТП делать, но эти ТПшки слишком долгие. Или пытаются напасть на фантомку. Смотри, залетает Эмбер Спирит. Гаш, Сирин Чейнс. Фантомка, что делать? Прыгивает блинками. Дает Стифлинг Даггер, пытается уйти, но тут Эмбер Спирит. Шел до конца и своей счастьем нашел. Кентавр теперь еще пути Мирану захватил. Бешеный Вайсаира только на топе убил ликантроп, так еще и через мид. Прошелся и Мирану попутно забрал. Хорош Вайсаира. Слишком часто мы сегодня его видим в плане активных действий, хороших врывов. Говорит о том, что он играет неплохо сегодня. Так, а тут Скай очередной раз погибает. О Скай мы тоже очень часто говорим, но в худшую сторону. Скай у нас здесь больше всех видит в этой игре. 6 смертей у него есть, да, ну да, действительно, до этой... такого количества смертей еще никто не добирался в этой карте. Ну и БФ появляется у Эмбер Спирита. Шестнадцать-тринадцать, 25-я минута встречи у нас тем временем пошла к концу. Так, КСВ у нас 2000 в плюсе имеет по деньгам, по крипс... он по экспириенсу 3000 в плюсе тоже. Ну, преимущество не особо большое, как мы понимаем, да. И БКБшка есть у Чейнса. Но это мы уже видели. 1500 монет сверху. Гем Тайтхантер. Вот, начинается уже контроль за картой. Хотя друга безвижно оставить обе команды. Ну, тем самым подготавливаю себе площадочку для убийства Рошана. Который, кстати, уже отреспаунился. Элдер продолжает активно юзать Мидас. Опять-таки, за счет того, что у него есть Мидас, даже несмотря на 4 смерти, он держится на позиции топ-4 по нетфорсу. Как, в принципе, его керри Кентавр. Неплохо. Есть форстав и 1900 монет. Посмотрим, дальше какие артефакты будут выходить. Риск на топе. Очень опасно, он Гармак фармит. Тут подстраховщик стоит Эмбер Спирит. Ничего. Ну что, фантомка. Фантом Ассасин берет себе Митрил Хаммер. Я так понимаю, что это БКБ. Вопрос большой. Сможет ли Мартредка пробить Эмбер Спирит, Тайдхантера, Ликантропа? В глубоком-глубоком лыте. Я думаю, что нет. Потому что Кентавр, Керри Кентавр, мы понимаем, что это такое себе удовольствие. Парень, который вот был поначалу активен и, в принципе, в мидгейме, но вот чем дальше игра стягивается, тем более бесполезно. Кент. А максимум, что от него потом будет требоваться, просто прожать стампит и все. То есть, номинально у нас получается только один мейн-керри, один кор-герой, на которого можно сделать ставку в лыте от Инсидл, это, конечно же, потом Ассасин. Но потом Ассасин, я уже сказал, придется драться против трех героев, фактически Эпер Спирит, Тайдхантер и Ликантроп, и все три персонажа смогут фантомку пробивать. И боюсь, что у идол в лейте будут большие проблемы. Ну, то есть пока у фантомки будет 10-секундная БКБ, 10-9-8-7 там секундная БКБ, это здорово. Фантомка будет разрезать. И Тайдхантеру будет не очень весело. Но, как мы знаем, есть такое свойство у БКБшки. Это после каждого прожатого раза терять по 1 секунде. И тогда, когда появятся фантомки 6-5-секундные БКБ, точнее останется, тут уже в игру будет вступать товарищ Тайдхантер, у которого будет Рэвэдж. И он, скорее всего, будет не один, потому что он будет... с рефрешером, вот. Их будет два Рэвэджа. Ну и фантомка в замесе будет стоять 5,5 секунды в дизейбл. 5,5 секунды, в дизейбле. И за эти 5,5 секунд Эмбер Спирит или Контроп подробно объясняют фантомке, в чем конкретно она была не права в этой игре. Вот, поэтому я бы не советовал идолам как-то эту игру прямо уж слишком затягивать. То есть пока они сильны, нужно им этим пользоваться.
Пока хороша фантомка, ну то есть, видимо, уже у Чейнса появляется Demon Edge, то есть вот подготовка к МКП. Мьюзика может МКП в принципе не покупать, ему важнее купить себе какой-нибудь Deidalus. А дальше фисты все сделают сами. Но если Штрил заходит на Рошан, очень грамотный, хороший мув, подконтролирует ли этот момент КСВ. Ну вот бежит уже так Голдот, Мьюзика тоже рядом, риск, он бустер купил, залетает стрела. Сейчас увидит, что Рошана нет на месте, потому что он передвигается, немножечко побитый. Значит, что противник с него потихонечку берется. Ну и па. ХБ собрано. Найтхандер. Гейм Форста. Пока еще не начинает уфармить себе свой рефрешер. Видим, пока дефардит. Оставляет безвижно противник. Еще бы свои варды сунули куда-то вот на рошпит, чтобы видеть, когда можно этого Рошан зайти, чтобы не дать его противнику случайно. Митрилхаммер Мирана покупает себе. Ну, вот тот. И поэтому не инвестировал свои средства в какие-то там варды или прочие гадости. Он купил себе просто Мидас. И будет в качестве такого семикири еще выходить в лейт, да, и помогать, конечно же, своей команде носить дэмэдж. Причем, опять же, мы с вами говорили о трех героях КСВ, теперь будем говорить о четырех персонажах. Никак, но Мирану учитывать придется. Заходит Рошана сами. КСВ пытается его забрать. Был стан Элдер Титана, пошел Moonlight Shadow. Здесь Скай, попытается стягиваться Идол. Ну, Чейнс просто прошпает БКБ, забирает себе Аегис, и драться уже, наверное, нет смысла. Эрсплиттер, Тадди. Так, вошел Ревидж Даун, тут Фантомка под БКБ пытается Тедхантер разобрать, разбирает таки. Мистик Флэр, Чейнса тоже разбили лицо. Чейнс у нас потерял Аегис. Шагасаурус со спины, Мьюзика здесь, Шагасаурус пытается забрать. Чейнс уже без шип-шифта. Ой-ой-ой-ой. Больно, минус 3. Минус 4 с учетом Аегис и Чейнса будут убивать после Аегиса. Вот это, конечно, знатно нафидонили сейчас КСВ. Да и 1 в 5 буквально подрались с учетом Аегиса. Очень много денег получили, если же сделать много экспириенса. Ну и очень плохая инициация получилась от КВСВ, в том плане, что Тедхантер влетел, Ревидж дал только под фантомки, которая была в БКБ. Соответственно, Ревидж он дал вообще ни по кому, никто в стане не стоял. Сперва Ancient Seal был, потом, когда Ancient Seal спал, он увидел, что Тедхантер остался там всего лишь 200-300 здоровья. Понял, что ультануть хотя бы надо за месяц, помочь своей команде. В итоге, какой-то такой сомнительный ультимейт у меня получился. Ну, торопиться просто КСВ не надо. Эги забрали, нужно было отойти. Берспирит все-таки пока с одним артефактом. Это не супер полезный персонаж, которого нет такого серьезного дэмэджа, чтобы за месси чувствовать себя хорошо. Но 3500 денег есть, появится Кристаллис, и уже потом, с появлением Deidalus'а, можно будет пытаться сражаться. И Миран тоже артефакты себе не выформил. Тогр Маг бегает без Аганима. Надо дождаться просто хорошего момента. И появляется у Кентавра Тирине БКБ. И Эмбер Спирит покупайте БКБ. Интересно. Мьюзика по такому защитному, скажем, пассивному айтем билду пошел. Сейчас встретишь, чтобы Эмбер Спирит тебя покупал БКБ. Обычно вот опытные Эмбер Спириты стараются как-то пренебречь этими артефактами на выживаемость, да, и больше уйти куда-то в ДПС, в дэмэдж. Ну а объясняет тем, конечно, что у нас есть фисты, у нас есть ренанты, мы и так очень мобильны, нас очень сложно зацепить. Ну и зачастую это работает. Но некоторые Эмбер Спириты все-таки на подстраховку себе БКБ покупают. Ну, не знаю, если уж Мьюзика так сильно боялся прокастов и сидж-сил, то почему тогда БКБ не купился первым артефактом? Просто сейчас, ну, как бы против фантомки, ты покупаешь БКБ, тратишь 4000 денег, потеряешь темп. Темп именно в сборке артефакта. Ну и от фантомки ты как не спасаешься, в любом случае, она тебя как резал, так и будет резать. БКБ тебе дало немножечко ХП, все. По факту, фантомки все равно. Ну и вот сносит Тауэр снизу, у нас ребята из Идол перетекают на топ.
Фантомка имеет уже 4000 денег. Все, появится еще один какой-нибудь артефакт. Так, ну и Мирана Майлштром. Ну, топ-4 инфорс на карте снизу имеет Мирана, пока очень-очень мало. Ну, не было бы Мидас, то и этих артефактов бы у нее тоже не было. Так что хоть что-то. Так, делается стаки, пытается их зафармить мьюзика, дает фисты, пробивает тихонечко, но кристаллис нужен, чтобы ПС хоть побольше было, то пока. С одним БФом трудно крипы подаются. Противник тем более будет сложнее забрать. Тавр от середины фантомка забирает очередной, вообще никого не боится, покупайте доминатор фантомка. Залетает стрела, точно Вайс Аира. Но без продолжения от КСВ, боятся. МКБ покупает телеконтрол. Про него, кстати, тоже забыли. Фармил, нафармил на МКБ. Ну и за время действия БКБ, конечно, нужно постараться фантомку срезать. Проблема только в том, что Ревидж начинает на фантомку, залетает стрела, очень много впитали. Забрали в итоге Вайс Аира под БКБ. Мистик Флэр, вот это вот неплохая драка будет от КСВ сейчас. Все пытаются уйти на ТПшках, в итоге уходят немногие. Эликантроп сделал дабл, убивает кентавр, убивает скавров мага. А уйти нас успел только товарищ Элдертитан на ТП. Ну и есть, который взамен так и не пришел. Ничего не фокстовал абсолютно. Он был где-то там далеко. Он не ожидал просто, что настолько быстро фантомку будут забирать и на что настолько жестоко КСВ с ней будет обращаться. Потому что, недолго думая, Тайдхантер влетел, дал Ревич и был абсолютно прав. Потому что фантомку забираешь, все, остальные сделать ничего не могут. Это правильно. Так оно и есть. Ну и вот сразу покупает себе Тайдхантер Персеверенс. Подготавливает покупку Рефреша в скором будущем. Мьюзика 2400. Ну вот, уже на кристаллис хватает. А то опять пытка зацепить Шагасаура, заходит риск. Стандал, форстав не спасает. И залетает, хорошо, NCD6C держит в жестком дизейбле, стан Шагасауруса будет, но Чейн включает БКБ, дерется. А не по шансам, дэмэджа было много у Шагасауруса, в итоге Шагасаурус тоже погибает, но и погибает у Гармак. И как бы там ни было, но NCD6C здесь очень классно сыграли, особенно классно сыграл Си. Вот Си красавчик. Долго ждал, до последнего момента нашел момент, когда Ликантроп у нас ворвется и сразу же ворот пошел сам. Ошибка за ошибкой. Надо обеих команд. Ой, извините. Что-то внезапно. Горло плохо стало. 2000 в плюсе КСВ по деньгам ведут. По экспириенсу 5000. Есть преимущество. Небольшое, опять же. Даже преимуществом сложно назвать. Как мы видим, показывает практика. Все-таки все зависит от того, кто первый инициирует. Если первый инициирует КСВ, они драку выиграют. Если первый инициирует инициирует, то они драку зачастую выигрывают. Поэтому пока все очень даже ровненько. Ну что, Chains нас покупает Soccer Club, тоже будет делать БКБшку. Но прочувствовали, да, прочувствовали, конечно, силу этого прокаста от ЕС. ЕС, как ни крути, ну красавчик, с его таггером, с форстафом. Выдает, когда нужно, свои станы, причем держит дизейбль там около 5-6 секунд, что очень много в замете. Вот, и Скавров Маг тоже помогает в этом плане со своими магическим прокастом. Так что БКБшка крайне необходимая, вот Эбер Спирит она есть. И это все здорово, но ДПС мало. ДПСа. Спасает пока Тайдхантер, который держит противника в дизейбле. Сейчас, например, видит портретку. Мьюзика. Ой, есть первые чины, провязал потом фисты. Ошибся немножко с последовательностью. И инициация не прошла. Тайди стоит, Тайди ждет. Но портретка уже не вылазит. Так, вот Сатаник решил фантомку себе выфармить. Интересное решение.
Юзает смог сами, пошли в спину. Выходит у нас КСВ, потеряли противника из виду, не подозревает, откуда он может зайти, а он может зайти с спины. Сейчас ты увидишь как раз таки эти лишь где находится их оппонент. Поставили вард. До сих пор не видит. Ну не все спалились просто под этих крипов. Так. Вот, все друг увидели. Нашли все гармага. Сразу же Мулайт Шадо пошел. Дополнительный есть у ребят из КСВ. Заходят, замет. Тайтхантер, ревенч по троим. Неплохо. Берспир тоже врывается. Есть стрела в Асаира. Мьюзика под БКБ. Под БКБ Шокосаурус пытается уйти. В итоге убивают его тоже. Минус 2. Уходит у нас все время. Скавров маг на ТП. Убегает ЕС с помощью даггера. Ну и Мартетку, самого главного персонажа, не убрали. Но по факту Тайтхантер не особо видел, кто там рядышком стоит, да, он заметил одну-две цели, спрыгнул, знал, что точно в кого-то попадет, так и попал, и был абсолютно прав. Но вот не повезло, что Мартелетки там не оказалось. Ну, в итоге минус 3, минус, точнее, минус 2 сделали ребята из КСВ, да, все окей. Забирает Латавр. Антомка со спины, заходят на Мьюзика, Мьюзика улетает. Кентавр тоже здесь очень плохо зашел, стампит, то гармага теренем разложили. Хорошая залетает стрела, вот видимо CD6 7, Мюзик пошел его добивать, дал тисты, дал чейны. Джиуи до конца. Эмбер летает, стант Вайсаира. Минус. Тавр все-таки зажал. Ну да. БКБ, конечно, потратил за месяц Эмбер Спирит. Сейчас бы оно немножечко его спасало, хотя бы от того, чтобы не бликовалась, например, Фантомка. Но это все, в принципе, не имеет какого-то особого значения. БКБшка явно против Фантомки не работает, как ни крути, даже если бы она была, все равно бы сейчас догнали Эмбер Спирит и забрали. О, ну к тому, что помимо тех артефактов, которые уже есть у Фантомки, у нее появится Абиссал. Вот, и вот уже тогда точно будет контроля хватать, и неважно, будет ли БКБ противник или не будет, Фантомка будет резать. И Эмбер Спириту важно поднять сейчас себе свой ДПС, чтобы с пистовкой, ну, больше вносить дэмэджа, потому что даже мы видели сейчас, казалось бы, 100% фраг должны были делать на ЕСе. Дал фист у нас Эмбер Спирит и буквально погладил только этого ЕСа. Ну что ж, Фантомка забирает Таигис, пошел стампит, гонит до конца, забирает все-таки Мирану. Догнали ее, пытается уйти у нас там же Тайтхантер. Тайтхантер без реведжа. Вообще можно у него забить, можно хотя бы внешние товара поломать, вот, Т2 стоит по мигу. Два 600 GU. 23-22, счет-то примерно равный. Смотрим по деньгам КСВ. Виду даже 4000, по экспириенсу тоже. Ну, замес раз на раз не приходится, да. Кто-то побеждает, один выигрывает файт, потом второй файт, кто-то отвечает хорошо. Ну, вот стягивает Тайтхантер, реведж у него уже готов, пока один. Рефреша себе еще не покупает, пошли фисты. Крипы не погибли, врывается Джио, подловил мультикаст, чейны, простав, блинк. Пошел Тадинка, смеш, убивает, пока вы проезжаете, Джио неплох, неплох, очень даже неплох, начинает раскастовываться в Тади, Тади не уходит. Ну и Чейнс теперь врывается, а Мартетка уже дошла. Ну это состояние, кстати, неплохо, она так отхилялась, пока пробивали Тайтхантера. Ну правильно, один крит уже полное здоровье восстановлено. Ну что, Тайтхантера нету. Тайтхантер может сделать байбек, но если сделать байбек, все равно будет без реведжа. И лишь сидлы могут воспользоваться этой ситуацией. Уходить сейчас, конечно, нежелательно. Такого второго шанса может и не быть. Потому что у них сейчас действительно огромный плюс, да, в плане инициации замеса, в плане этого замеса проведения. Что дерутся 4 на 5 и знают, что у противника нет реведжа. Тайтхантер вошел, подцепил мьюзика. Ой, какой крис сработал! Как твое БКБ поживает, а? Эмбер. Наверное, говоришь, сидишь. Ну, байбек есть, конечно. Придется делать. Ликантроп потянули. Ликантроп включает БКБшку бежать. Русплиттер в итоге в результате уходит никуда. Т3 тавер падает. Будут пытаться убивать еще и бараки. Зод. Стрела. Джио стоит. В секундах. В принципе, его тиммейты пока неплохо с бараками расправляются. Падает рейнджевой, появился Тайтхантер, реведжа еще целую минуту не будет, я думаю, вниз будет перетягиваться. Все прекрасно понимает, тайминги четкие, вырывается Тайтхантер, Тайтхантеру умирать нельзя. Эмбер Спирит байбек сделал. Вот там пьет, пытается пока потомка подальше отойти, непонятно, что будет происходить.
Шип-шип у нас уже от товарища Чейнса. Погоню бросают, но идол уже готовы. Готовы! Прыгивают! И ликантропа разобрали. Ликантропа разобрали, пошел Шакасаурус, Джио тоже здесь. Есть у него БКБшечка, а Егис до сих пор еще не потерянный. Боже, Мьюзика подставляется, Мьюзика на ремнант пытается уйти. Джио вошел, есть чейны. Найтхантера дальше Джио, Эро прилетает, это вот неприятно было сейчас. Это вот сейчас было сильно обидно. Огармак отправился в таверну, вошел Си. И забрал Мирану еще. Потомка в итоге в живых осталась, до сих пор не потеряла свой Аегис. Да, это очередные минусы. Минусы очень серьезные от ребят из Идол. И прям шикарный замес они демонстрируют на чужой базе. Имеет возможность неплохо сейчас подбить еще и нижнюю линию. Может быть даже ее и снести. Это будет минус две стороны. Ну, 28 секунд и будет ликантропа. Найтхантер, ревэдж через 3 секунды. Но его будут убивать сейчас. Стампит пошел. Ой, ее нельзя умирать, Тадди. Нельзя умирать, Тадди погибает. Ну, байбек. Окей, есть байбек. Бараки нужно добить, бараки никто не бьет. Фантомка. ГГ пишет Чейнс, вот так вот. Да, отвратительные файты в исполнении КСФ. Много не самых удачных отдач. Опять же, может быть, не самый правильный в плане айтембилда выбор был. Ну и как результат поражения. Хотя, мне казалось, что КСФ пик-то получше будет в лейте. Ну, до этого лейта надо было дожить, хороший артефакт собрать. Не получилось. Стирстыл выигрывает эту каточку, зарабатывает себе победу. Я сейчас обновлю, скажем так, табличку, актуальную на данный момент, и чтобы вы увидели ту картину, которая у нас вырисовывается по окончании этого игрового дня. Мы оценим примерно возможности всех команд, которые сегодня у нас уже отыграли. Так, антидиши слот побеждают. Так, вот она, актуальная обновленная таблица. Итак, КСВ. Ну, победу. Так, я тут неправильную информацию, что ли, был. А, или правильно, или все окей. Так, у Идол. Да, вот вторая победа как раз таки появляется, все окей. Есть у них две победы, 4 поражения, 6 очков. Пока более-менее еще держатся. Ну, судя по всему, у меня как-то не обновлена таблица, мне как-то кажется. Вот, теперь вроде как обновлено. Да, вот теперь обновлено, да. Зачитал победу из Стиш Сидл, теперь у них 3-4, вот. Пятое место пока занимают, неплохие шансы еще на попадание в плей-офф, им нужно дальше побеждать. 7 матчей было отыграно из 9 возможных, сейчас впереди 2 матча, в которых они могут заработать всего 6 очков, да, и будет у них 15. Так, видите, с 15 очками еще претендовать на что-то можно. У ребят из КСВ, видимо, одна победа, 5 поражений, 3 очка, осталось играть тоже немного, 3 матча, в результате которых они могут заработать себе 12 очков суммарно. Ну, как мы видим, не очень, конечно, шансы. Теоретически возможны какая-то вероятность того, что они будут драться в четвертое место, может быть, но не факт. Вот. Ну а в целом пока Invasion идут хорошо вместе с ребятами из Rave, топ-1, топ-2, Ferji Pouch и G-Guard, как раз таки вот эта позиция и четверочка команд сильнейших на данный момент, которые лидируют, которых есть отличная возможность прорваться в плей-офф. Ну, у нас только 9-й игровой день, дорогие друзья. Впереди еще очень-очень много матчей, которые все расставят на своих местах. Например, MP Phoenix еще не стартовали, даже ни одной карты не сыграли. Скоро будут, скажем так, игровые дни, которые будут посвящены только участию в этой команде. Так что будем смотреть, будем наблюдать. Ребят, вводы, конечно же, в самое ближайшее время уже появятся на YouTube-канале. Всем большое спасибо за просмотр. Ну и StarLadder к вам вернется ночью. Смотрите американский дивизион, смотрите другие дивизионы. Читайте наши соцсети, конечно же, следите за официальным сайтом live.starladder.tv. И вы всегда будете в курсе, ничего не пропустите. И еще раз всем спасибо за внимание и пока-пока.